Привет, привет! С вами Ангелина, и я просто обожаю секонд-хенды. Люблю ходить по ним, устраивать обзоры, показывать вещи. Также у меня на канале можно найти обзоры моих покупок. Так что, если вам интересна данная тематика, обязательно подписывайтесь на мой канал. Сейчас я показываю вам интересные, на мой взгляд, модели обуви из магазина Вова. Скидка сегодня здесь 40%. Обувь без магнита стоила в этот день 120 рублей, с черным магнитом 360 рублей, а с белым магнитом уже 720 рублей. Нашла такие идеально белые босоножки, просто в отличном состоянии, но они, к сожалению, оказались на меня маловаты. А эти лодочки покорили меня своим змеиным принтом. Если бы это был мой размер, то я бы обязательно взяла их для себя. Такие аккуратненькие, миленькие черные туфельки с интересным и необычным вырезом. Также видно, что они в хорошем состоянии. Хорошенькие летние босоножки на небольшом каблуке также отлично подойдут на жаркое лето. И был выбор летних вьетнамок. Конечно, качество у них было не самое лучшее. Классические черные сандали. Я, кстати, недавно купила практически точно такие же. И еще меня привлекли, конечно же, красные лодочки. Они от бренда Zara в 39 размере, в неплохом состоянии. Совершенно новые босоножки, такие блестящие, с выделкой под змеиную кожу. Также мне показались интересными. Еще одни универсальные сандали, которые подойдут под любой образ. И вы только посмотрите на эту необычную гладиаторскую обувь. И в последний момент за 120 рублей я заметила обувь от Tommy Hilfiger. Конечно, они выглядят сейчас очень грязненькими, потрепанными, но если их постирать, то они будут как новые. А теперь переходим в отдел с сумками. И меня сразу в этом ящике привлек этот голубой цвет. Сумка в спортивном стиле, видно, что новая, но, видимо, при транспортировке она вся попачкалась. И также мне понравилась еще такая кожаная сумочка, которая подойдет, наверное, под каждый образ. И еще одна очень интересная такая маленькая сумочка с длинным ремешком, хотя обычно такие сумки только с коротким встречаются, и коричневая, выполнена в тиснении под крокодилом. Конечно, это все искусственный материал, но выглядело очень даже добротно. И последняя сумка, которая меня привлекла в этот день, скорее всего, это винтаж. И я думаю, что она выполнена из натуральной кожи. Сама по себе сумка весила очень много. Честно говоря, впервые встречаю настолько тяжелые сумочки. И вот я уже в примерочной, и мне удалось найти несколько интересных вещей. Давайте приступим к примерке. И первое платье будет самой дорогой вещью из всех, что я нашла. Стоила она в этот день 240 рублей. Бренд это H&M в размере XS. Оно меня привлекло своим цветом и необычной формой. А это платье обещало быть интересным, но по факту оказалось обычной тряпочкой, которая слишком уж облегала, ткань была очень тонкой, поэтому смотрелось все это как-то несуразно. И еще один не самый удачный образ. Я взяла в примерку джинсы скини нежно-розового цвета. Они мне оказались маловаты, еле как натянула их на себя и пожалела, потому что снимать было их уж очень трудно. А топ оказался мне, наоборот, слишком большим, хотя по отдельности вещи очень даже неплохие. И в этот день вещи без магнита стоили всего лишь 60 рублей. Теперь я меряю базовый черный кардиган с великолепным составом, а именно это
это 48% шерсти, 30% кашемира, 15% шелк, 7% нейлона. Бренд это Эскада в размере S. И еще один кардиган за 60 рублей, но уже в крупную грубую вязку с акцентными желтыми пуговицами в размере 2 или даже 3 XL. Но мне понравилось, как он на мне сидит, поэтому я его взяла. И прошлый черный кардиган от Эскада я также взяла. И последняя вещь, которую я мерю в этом магазине, это такой пуловер от бренда Ralph Lauren. А теперь мы уже с вами перейдем в Megahand, скидку 10%. Итак, первое, что я мерю, это классические брюки от бренда, опять же, Ralph Lauren. Нашла их я в детском отделе. Они мне, как видите, коротковаты, но если их обрезать и сделать удлиненные шорты, будет смотреться замечательно. Я решила вернуться за ними в скидку 40%. И спойлер, они меня дождались. Я их купила. И, кстати, сейчас я вам показываю вещи в скидку 10%, которые я нашла. И чуть попозже также я вернулась в этот магазин в скидку 40%. И также нашла еще парочку интересных вещей. А пока продолжаем обзор в скидку 10%. В детском отделе я нашла такие веселенькие леггинсы. Правда, на меня они оказались маловаты. Когда я их на себя натянула, ткань все-таки растянулась и стала просвечиваться. Я очень расстроилась, потому что они мне так понравились. Бренд это Converse. Для девочек 10-12 лет. Были бы они на размер больше, я бы их точно взяла. Я так хотела взять эту рубашку, она из очень приятного хлопка, но там были такие пятна, видно было, что они вряд ли отстираются, и поэтому мне пришлось ее оставить. Эта рубашка была прямого кроя, без каких-либо выточек, поэтому смотрелась она очень даже современно и актуально. Эх, если бы не эти пятна, я бы ее точно взяла. Но я все же побоялась, что они не отстираются. Следующая рубашка уже более женственного силуэта. Размер примерно это XL. Меня привлек этот абстрактный принт с этими пятнами необычными. И состав у этой блузки был замечательный. Это 70% хлопка и 30% шелка. Ткань была очень легкой, невесомой. Такую вещь было бы приятно носить жаркими днями и вечерами. А теперь я покажу вам вещи из этого же магазина, но уже в скидку 40%. В этот день было добавление товара, и я нашла 3 шелковых платья. Первое вы сейчас уже видите. Оно такое яркое, сочное, насыщенное. И второе платье не уступает первому по насыщенности своей окраски. Конечно, тут уже присутствуют совсем другие цвета, но она такое же очень яркое. И последняя шелковая нежность. Мне кажется, что девушка в этом платье смотрелась бы как цветочек. А в примерочную я взяла с собой брюки мужского кроя. Никогда не мерила подобных вещей. Поэтому стало интересно и поняла, что на мне такое совсем не смотрится. Мне не понравилось. Нашла совершенно новые велосипедки. Долго думала, брать их или не брать. В итоге решила оставить, так как они немного просвечивали из-за ткани. Хотела их купить для того, чтобы носить дома, но в итоге передумала. Взяла еще одни брюки от неплохого бренда
Benetton, но по факту они оказались из 100% полиэстера. Ткань эта мне не совсем нравится, поэтому решила оставить. Примерила сверх милые шортики Барби, они в такую блестящую люрексную нить, очень забавные, симпатичные, милые. Правда, на мне они сидели свободно, были немного большеваты, поэтому было решено их оставить. И последняя вещь, которую я взяла с собой в примерочную, это юбка длины Макси и 100% вискозы. Размер это L-ка. И я взяла эту юбку к себе в Instagram-магазин. Так что переходите по ссылке в описании. А на этом мой обзор подходит к концу. Если это видео вам понравилось, поддержите его лайком. И всем пока!